Больше никогда этой гонки не будет, это последний год. Поэтому надо выложиться всем отлично, максимально. Вот. И потусоваться, и автопати устроить. О, а как их зовут, как у них фамилия? А фиг его знает, все одинаковые. Да? А что вы тут делаете вообще, помимо муравьев? Камеру хранения. А, классно. Black Sox, собственно, вот, пожалуйста, носки со светоотражающим элементом. Светоотражайка позволяет видеть тебя в условиях плохой видимости, то есть вечером. Это повышает твою пассивную безопасность. И носки — это такая вещь, без которой нельзя выйти из дома. Их невозможно забыть. Ты утром надел, пошел, встал вечер, ты возвращаешься домой, тебя все видят. Все сделается в Питере вот этими руками. Вот, можете посмотреть на... Да, я думал, носки ногами делать. А зачем вам зеркало? Зеркало? Фотрейсинг, блин. Фото на память. Фото на память. Я на тюрьме. Привет. Вообще прекрасный праздник, отличный праздник. На поло мы завтра не поедем, получается, оба, да? Не-не-не, сегодня лайкра. Если будешь устраивать завал, кричи, чтобы я не успел кнопку нажать. Вот мне выдали наклейкосы Red Anus. Это команда по байк-поло. Ребята сегодня валят в усилищах. Гонка очень классная, мы тут работаем, у нас... Мы выдаем отказ претензий. Сними с себя всю ответственность. У нас сегодня классно, у нас сегодня весело и куча красивых, спортивных, сильных людей. А малыш, вот, будет велосипедистом? Конечно, у меня все велосипедисты. Да? У меня двое, это будет третий. И как, они давно гоняют уже? Они едут сегодня? Не, они... В детской категории. Они... Вафли сладкие, сытные вафли есть. Палочки морковные с хумусом, с арахисовой пастой, есть веганские, будут настойки после заезда, так что накормим всех, кто успеет, зай. Кто-то вот выкинул велик, ну не нужен, наверное. Привет, ребята. Чё, как? Чё делаете? Ремонтная мастерская? Да. Кайф. Чиню. Чё, сломалось уже что-то? Да. Нет? Нет, уже приходили ребята. Да? Чё-то настраивали, камеру меняли. Ну как, вы рассчитываете на то, что много поломается, или наоборот, все будет хорошо, и вы просто почилите? Рассчитываю, что все в целости доехали. Велики повсюду. Минута молчания. Вот это самые модные ребята, максимальный black metal. Парни, чё как? Где Defender такой нашли вообще? Это же просто, ну, бой-машина. Это в Иваново. В Иваново? Да. Кайф. А чё вы, по блэкухе? Да есть такое, да. Парни, главный вопрос, который вам все сегодня задавали. Где вы достали джерсухи из кишок? Сами сделали. Сами сделали? А где их можно сделать? Да вы только посмотрите, что это за парень. Намажьтесь кремом, будьте скользкими, промажьте красиво свои бритые ноги, чтобы они на фотографиях максимально красиво блестели. Если ноги не бриты, обязательно побрить. Да, все круто, много людей, очень волнительно. И хочется, чтобы все целенькие, здоровенькие доехали, и все было. Да главное, чтобы никто не завалился, и все живые доехали. Я первый раз вообще очень даже боюсь. Да? Да. Ну, мне кажется, у вас есть шанс на победу. Какую победу? Я последнюю поеду, но главное доехать. Основная борьба – это с собой. Только с собой. С ребятами, которые лет на 20 младше, тяжело физически бороться. Ну, я думаю, у вас все получится. Здравствуйте, а вы всех будете спасать, если что, сегодня, да? А как вы себя не уберегли сегодня? Ну, сейчас на построение. Долгую историю. Там стоят волонтеры, будут вас запускать. Как бодрость духа? Фиксингер жив, возрождаем. Бодрость духа отличная. Надеемся, без применения техники завал все обойдется. И сегодня нормальный мод с фиксером, поэтому я думаю, будет весело. Стоп удал. Что могут быть ребята, и все будет. Так, молодцы. Едем осторожно. Все важные сегодня целые приехали домой. Круто селище, гонка по шоссе 120 километров на солнечной шее. Круто селище, гонка по шоссе 120 километров на солнечной шее. Круто селище, гонка по шоссе. Педали дико крутятся на радость нам всем. Круто
веселище, гонка по шоссе. Шинели, пинарелло и даже хавесе. Спасюрты, селище, гонка по шоссе. 120 километров на солнечной шее. Спасюрты, селище, гонка по шоссе. 120 километров на солнечной шее. Спасюрты, селище, гонка по шоссе. Педали дико крутятся на радость нам всем. Веселище, гонка по шоссе. Шинели, пинарелло и даже хавесе. Спасюрт, веселище, гонка по шоссе. 120 километров на солнечной шее. Спасюрт, веселище, гонка по шоссе. 120 километров на солнечной шее. Вот приехали на финиш первые, между прочим, даже все похлопали. Ну и дождик начался. Ну, в принципе, по прогнозу так и было, даже с грозой. Посмотрим, насколько это все произойдет. А так ждем нашу тройку лидеров. Пиздец. Круто, круто, чуваки. Пропустили первые три места, но вы их на видосе и так увидите. Кайф, кайф. Всем волонтерам. Ее, Колян! Ее, Дерьмобайк! Блэк Метал! Вот он, чемпион! Все классно прошло, без эксцессов. Водители были понимающие все. Всем все понравилось. Приезжайте никогда, потому что последний раз гонка прошла это. Я наконец-то поехал с участниками. Я же все время в стартовом городке сидел, а в этот раз я вот в машине сопровождения ехал. Очень классно. Ну, в общем, что рассказывать? Я себя немножко переоценил. Самое крутое, знаешь что? Когда я понял, что, типа, все, я не вывожу, я останавливаюсь на пункте питания, и девки мне водой обливают. Охуенно! Это как бы пробный экспонат. Мы хотим попробовать и дальше пойти, сделать велосипеды еще разные, разные рамы под разные задачи. У дерева хороший виброгасящий эффект. Ясень – это пластичный материал, пластичное дерево, и он растет в наших широтах. Материала самого больше на общую массу, относительно там карбона или относительно металла. Передающая энергия, как бы вибрация, она гасится в раме. Но выплыли соответствующие изъяны. Дима говорит, что она хорошо гасит вибрации, но при этом гасит и передающую энергию. Ему было тяжеловато его разогнать. По сути, можно будет облегчить раму. Мы сделали внутри фрезеровки, то есть фрезеровки там полые здесь и здесь. И поняли, что мы могли этого не делать и свести раму вообще максимально тонко. То есть была бы более утонченная форма, и мы могли бы, возможно, уменьшить весь рамы. Но покуда это как бы первый экспериментальный, поэтому мы сделали запас прочности для того, чтобы он, по крайней мере, доехал. Масса рамы составила 3,5 килограмма. Здесь можно тоньше сделать кареточный узел, можно сделать карбоновую вставку и вставить каретку пресс-фит. То есть куда снимать, есть. От чего отталкиваться, есть. Это как бы не новинка, но в России такого никто не делал. Я увидел это как возможность в узком коридоре, там вот свет нам туда, и мы пошли туда, поперлись. Вот, как бы результат вы видите, да. Спасибо Fat Racing и всем волонтерам. Спасибо бобрам и электромонторам. Спасибо победе и мастерам спорта. Спасибо всем борщикам, было кайфово. Гонка по шоссе, 120 километров на солнечной шее. Круто, селище, гонка по шоссе, 120 километров на солнечной шее. Круто, селище, гонка по шоссе, педали дико крутятся на радость нам всем. Селище, гонка по шоссе, шинели, пинарелло и даже хавесе. Короче, гонка закончена, всех наградили, все было круто. Что скажешь, чувак? Да, ну что, мы это сделали, я проехал, ты снял,
Мне кажется, вообще топчик. Ребята организовали, и организовали очень хорошо. Жир. В общем, жир. Туриба Гонзо.